надо есть, он будет в квадрат играть, и мы будем меняться. Вся работа утром. Все делаем по свисточку, синхронно. Мяч вверху, свисток и синхронно побежал. Далее прошла передача, Артем. А вы знаете, под штрафную работу с мячом, он... Соперник квалифицирован, здесь игра под штрафной, одно-два касания. Мяч летит в полете, отыграли, вскрыли. Также и соперник это делает. Все, что под штрафной, здесь быстрая работа с мяча, игра на третьего и вперед. Или сброс идет по полу. Вот эти ваши конусы, это все номинально. Я сейчас вот так вот стану здесь. Что это делать надо? Правильно. Передача не должна проходить. Опять смотрите, перекрываете, вы перекрываете проникающую передачу. Продольная передача, ребят, продольная передача, как правило, право на жизнь не имеет. Заставить делать продольную передачу. Продольная передача, за счет того, что накрываете, права выбора нет. Длинную играть, это все преимущество вы, обороняющийся лицом. Раз треугольник, да? Вот он треугольник, раз треугольник. Здесь треугольник. Сам треугольник, здесь треугольник. Все время должны об этом думать. Перекрывать, перекрывать, перекрывать плотность, компактность в линиях и компактность между линиями. Тогда никогда передача не пройдет. У меня крайний защитник здесь есть. Да. Вот игрок догоняет. А ты там лишний. Ниже чуть сядь и вот этого игрока вместе проконтролируй. Ты его проконтролировал? Я только... Я врываюсь сюда, бросил. Вот. Опорно играю. Воротам, воротам. Опять спину видим, опять спину видим. Перекрываете? Позицию видите. Ближняя, потом, отвечаешь, правильно? Ближняя защита. Троица перекрыли. Назад, перевели мяч, значит, быстро разворачиваемся. Если вы, допустим, головой играете дальше, значит, здесь вы первое на подборе должны быть. Как часто бывает, да? Вернуться за линию мяча. Значит, движение их хорошо. Я буду перекрывать. И здесь вот, здесь. Вынос, подбор, скоростная атака. Это потом следующий этап. Нога и... Сразу забил, диагональ, диагональ.